О поддержке малого и среднего бизнеса глаголят представители всех уровней власти. Круглые столы, брифинги с участием бизнесменов и прочие действия на публику. На деле происходит безапелляционное оттеснение неугодных по тем или иным причинам предпринимателей. Торговый комплекс, который существует около 30 лет, стал помехой, но не простым имичам, а местной администрации. Подробности в сюжете. Ильхам Самедов в 1988 году организовал кооператив, открыв на остановке, расположенной напротив здания Кировской администрации, два киоска. В 2004 году предприниматель завершил строительство остановочного комплекса и благоустройство прилегающей территории. Проект создания объекта капитального строительства был согласован с местными чиновниками. И вдруг, спустя годы, комплекс помешал главе Кировской администрации. В арбитражном суде находится иск с требованием освободить земельный участок площадью 700 квадратных метров. Глава администрации сказал, что скоро будет ТК-ремонт, ваш магазин, вот половина, он закрывает ТК якобы. Я говорю, я фотографировал, показал, сказал, он не мешает, 15-20 метров разница, и его убирать нельзя. 200 метров тепловой узел идет, 100 труба. Мы 70 квадрат, 700 квадрат отопляем. Если мы его уберем, все копать надо, холодная вода идет под этого, канализация. По объективным техническим причинам бизнесмен не согласился сносить половину торговых павильонов. Тогда ему предложили убрать торговый комплекс целиком. А это значит, что без работы останутся около 60 человек. Однако эти доводы представителям власти не кажутся убедительными. Визит к мэру города Вячеславу Двораковскому увенчался провалом и глубоким разочарованием. Он сказал, исковое заявление забирать мы не будем. Никакие доводы на него не подействовали, предоставили техпаспорт. Он сказал, что это макулатура, договор. Там, сказал, зачем вы мне даете договор 96-го года. О том, что договор действующий, выписка с Росреестра, на него тоже никакого действия не возымело. То есть слушать абсолютно не стал. И в проблему вникать абсолютно не стал. В торговом комплексе централизованное отопление. На остановке размещено ночное освещение. Установлены 16 камер наружного видеонаблюдения и 10 расположены внутри торговых помещений. Ильхам Самедов говорит, что не раз помогали правоохранительным органам. Размещение нестационарного торгового объекта также приносит ощутимую пользу городской казне. Она выражается в конкретной цифре – почти 3 миллиона рублей ежегодно. Ежемесячно мы платим 226 727 рублей, и это ежемесячно в фонд города за занимаемую нами территорию. Уборка территории у нас производится, всей прилегающей, остановка в том числе, ремонт, покраска, приведение в надлежащее состояние остановки, теперь вывоз мусора, все арендаторы, которые нам мусор складируют, мы его вывозим. Местные жители тоже против ликвидации торгового комплекса, к которому давно все привыкли. По дороге на работу или учебу можно оплатить мобильную связь, приобрести лекарства и даже навести красоту. А в ожидании нужного маршрута полистать журнал и перекусить. Самое разнообразное сочетание товаров и услуг, сосредоточенное в одном месте. Это очень удобный комплекс. Здесь, смотрите, можно сделать и платежители два. Здесь расположена фармакопейка. Здесь находится у нас пекарушка. Сейчас начнется школа. Мы привыкли к этому комплексу, нас вполне это устраивает. Взять свежую газету, прочитать, даже на той же остановке, это же замечательно. Только я здесь работаю уже больше 9 лет. Компания «Теле2» здесь существует больше 10 лет, и наши абоненты очень сильно привыкли к нашему салону. И нам терять работу не хочется, потому что все-таки мы работаем давно, и нас устраивает и местоположение, и наши клиенты. Этот комплекс, он уже здесь, как говорится, испокон веков стоит, это давно-давно. Это очень удобно людям, здесь все есть. Здесь павильон, закрытая остановка, закрыта под крышей. Люди прячутся здесь, отождают снега зимой и летом, и в любое время года. Кто будет платить за содержание и благоустройство территории остановочного комплекса, если Ильхама Самедова чиновники выживут с этой территории? Это большой вопрос, который требует немалых затрат. Только за электричество ежемесячно предприниматель платит около 90 тысяч рублей. Впрочем, омичам не привыкать к неосвещенным, погрязшим в мусоре остановкам. Алла Левина, Юрий Дорошенко, Обком ТВ.